Всем привет! Привет-привет! У Софийки жизнь бурлит. Матрёна. Окно, Матрёна Петровна, и за окном у тебя это там в твоей у неё целый мир. Такой цветочек, что они там видят, расцвёл. Что они думают, какие у них вот мысли. Вот в травке у нее расцвел какой-то цветочек. Вот такая, она же девочка, и ей цветочек вырос. Это какая-то травка у нее там зеленая выросла. Ох, а видно. Что-то как на малину похоже. Интересно. А вот ты там увидела? Здесь увидела на подоконнике, она жука прямо и за ним смотрит. Сейчас, а да? Я боюсь, что она упадет, пойдет там по подоконнику и улетит вниз. Ты меня не пугай, что бодаешься? Мур-мур-мур. Тебя погладить? Гладится, просит. Давай погладимся. А сама туда заглядывает. Давай на того жучка. Вон твой цветочек. Вон какой цветочек. Ты же девочка, и тебе цветочек надо же, вырос, интересно, да? А, вон на улице увидела. Смотрит туда на жука, он на сидит на подоконнике. Когда тут стояла рассада, вот. Какие у них часто мысли, залетали, да? Шмели. У животных и думают ли а они, интересно? Здесь? Вон он сидит огурчики. На краю. Ой, какой-то жук сидит. Иди пей свою водичку. Не дает ей покоя. Вот так она и тянется туда маститься, маститься, а за ним наблюдать. Решила? Ну, полежи, полежи. Чашку уберу. Матрешечка, картошечка. И вот ей совочка, туда хочется. Морковочка. Она понимает, что на улице по подоконнику опасно идти. Она улеглась и злится, охотится злится, за этим охотится жуком. Хвостиком. Он хвостом виляет. Ха. Вот ей задели в окошечко смотреть, да? У кошек хищники. Своя жизнь. Есть ничего хищники, у них там в мыслях, да? Интересно. А есть ли у животных мысли? Софочка, морковочка моя. Мурчит Софейска, в данный ты чё, момент. Наталья? Ты чё там? Когда снимаешь, ты чё там, слышно чё там? Мурчание, а на видео уже не вроде слышно. Вроде вечеру распогодилось. У нас разъяснилось немножко, то были дожди. Солнышко, солнышко садится вечер. Мурчит, мурчит и не слышно. Вернее, когда вот на запись я слушаю, ее мурчание не слышно. И живет моя Софийка. А вот так близко слышно. Софочка, морковочка. Мурчит, мурчит. Все, улетел жучок. Ну надо же, этот ей жучок не дает покоя. Вон он сидит на самом углу. Он той железяки. Видно, не видно. На краю подоконника. Ой, сидел, вон. Нету, улетел. Вот она тут с ним уже 5 минут. А я ведь так и не поняла, что за жучок. Смотрела, смотрела на него. Я такой впервые вижу. Я ее зову, много насекомых еще неизученных. Сюда иди, Софи. Софи. Нашими учеными. София Мария, иди ко мне. Да и встречаются на. Много интересных София, видов. На. Вот я ее позвала попить. На. Любит пить с этой леечки. Вот как вкусно молока им. Вот как вкусненько попьем. Я ей налила свеженькой. Она любит, когда с крана ей налью. И сразу идет ее пить. Сейчас жарко на подоконнике. Вода быстро нагревается. Я ей меняю на холодную. Да, Софочка, морковочка. Матрёна Петровна моя. Я ее тут всяко разно называю. Зяйкин мой, попрыгайкин, вкуснятина моя. Колодец, она пришла ко мне колодец, с этим именем. София. Софиюшка, Мариюшка моя. Всё. Ну что, сейчас будем прыгать. Опять пошла за своим жуком следить. Все, жучок улетел. Пойдем дальше чем-нибудь займемся. Поняла. Всем пока-пока. А нет, он улетел. Ну все, пошли кушать, готовить что-нибудь.